месяц, в который, как сказал нам Аллах Субхэнаху Ата'аля, двери ада закрываются, а врата рая открываются. В месяц Рамадан бери что хочешь из сокровищ Аллаха. В этот месяц, как сказал пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, если бы люди знали благословенность этого месяца, они бы хотели, чтобы весь год был месяцем Рамадан. Это месяц, когда каждую ночь в Рамадан Аллах спасает людей от адского огня. Спроси себя, мой брат, моя сестра, где ты будешь в этот Рамадан? Как ты отнесешься к этому Рамадану? Это месяц изменений.